Зэ поехал такой в деревню, утром просыпается, такой вышел покурить, сидит на крылечке, курит такой, подвыпивший после бодуна такой, выходит теща такая с метелочкой, проходит мимо, он такой: «Мама, вы убираться или полетать?» Летел квартал 95-й на выступление. Раз самолет разбился, все погибли, кроме двоих. Зеленский такой, Зей и Ленка Кравец. Идут по пустыне, идут, никого нет, жарко. Идут, овочки писун стал такой. Хочет Леночку дербануть рачком такое, говорит: «Лена, тут есть такая в пустыне птичка называется, мозгоклюв-то. Ну и что? Сядет на голову и клюет, пока до мозгов не достанет. То, а что ж надо делать, Вовочка?» «Да вот понимаешь, голову надо в песок, как я скажу, мозгоклюв, и все». «Бурстелла, понятно?» «Да, конечно, понятно». Раз идут. Вовочка такой: «Сейчас еду, я ее приделаю». Такой: «Да-да-да», такой. «Мозгоклюв!» Так голову раз в песок. Он такой подходит, такой задирает платье с такой и рачком мой. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ты такая: «Клю-клю, все равно до мозгов не достанешь». Поехал Зе в Мексику. Все бабло потратил. Осталось у него 50 пенсов. Смотрит публичный дом. Думает: вот западло. Побывать в Мексике, не побывать в ихнем публичном доме. Раз заходит, там цены 100 пенсов, 200, 300 пенсов. Думает: все, попадало. Потом дальше смотрит: о, лыжи, 5 пенсов. Он думает: нормально, еще сдача останется. Раз заплатил, заходит в комнату, табличка загорается: «Раздевайтесь, ложитесь в кровать». Раз лежит такой, разделся себе. Раз через 5 минут второй мужик заходит. То же самое, лежат они вдвоем. Через 5 минут еще девушка заходит, такая вся обалденная, груди, фигурочка такая, сила между ними. Руками взяла член одного и второго. «Ну что, мужчины, вы заказывали лыжи, да? Ну поехали и руками». Зеленский поехал такой в Испанию. Заходит такой в испанский ресторан. Раз официант подбегает такой, меню такое, то читает, яйца корейцы. Думает: закажу. Раз заказал, принцы такие: «Больших, здоровенных яйца! Съел, наелся такой, вкуснотища!» Раз на следующий день идет, думает: да зайду опять в ресторан. Заходит, говорит: «Опять яйца корейцы». Тот приносит два таких маленьких. Зеленский: «Что такое, официант? Вчера были большие, сегодня маленькие». Официант: «А вы думаете, дура-дура всегда быка побеждает?» Пресс-конференция. Зэ такой сидит, такой журналист руку тянет, такой: «Можно вопрос Володе задать?» Тут: «Конечно, говно вопрос». Тут: «Скажите, а уж что это такое? Ни в пизду, ни в украинскую армию». Тут такой подумал. «Импотент в плоскостопии». Приходит Зэ с женой к врачу. Сексопатолог говорит: «Ну, знаете, у нас вот с сексом что-то вот ничего не получается. Что мне делать?» Тут доктор посмотрел на жену Зеленского, такой, говорит ей: «Раздевайтесь». Раз, разделась. Говорит: «Ложитесь на кровать». Раз, раздел. Легла.
Доктор разделся такой, отспокал ее, такой, та одевается, доктор оделся, говорит, все понятно. Тот, да, все понятно. Начинает уходить до двери, доходит, Зэ такой поворачивается. Доктор, скажите, а что нам делать, когда вы будете иногда заняты? Такой, квартал 95 собирается, ну такой. Что ж делать? Как-то нам надо прославиться. Такой Зеленский встает и говорит, а давайте Ленку пошлем, кровец, на соревнования в Америку по сексу. Пусть она первое место займет, все узнают, кто мы такие, мы всех порвали. Все, да давай, проголосовали. Раз, Ленка приезжает, второе место, говорит, Ленка, что такое? Да как же так-то? Да я смотри, как американка. Американка раком, и я раком. Американка боком, и я боком. Американка в рот, а я не могу в рот. Второе место. Зе такой, ну ты смотри, чтоб на следующий год первое место. Да приезжает через год, первое место, мы всех порвали. Все так, а как тебе это удалось, как? Расскажи-то. Да я смотри, как американка. Американка бочком, и я бочком. Американка рачком, и я рачком. Американка в рот, а я два в рот. И как засвищу! Зэ такой ведет делегацию женщин. Такой заходит на первый этаж. Поднимается они, он такой, вот у нас первый этаж, здесь член длинный, но тонкий, раз сейчас зашло сюда, ведет их на второй этаж, поднимается здесь, говорит, здесь член толстый, но короткий, часть здесь зашло, на третий этаж заходит, говорит, здесь у нас член длинный и толстый, часть здесь. На четвертый этаж поднимается, он такой, так какого члена вам еще надо? Такой подвыпил такой, буханул такой. Лес идет, всех зверей передрахал такой, все звери. И пробегает, и Горыныч говорит, слышишь, напугай его, сделай что-нибудь, житья не дает, весь лес перетрахал. И Горыныч такой подлетает, такой пасть открывает, огонь оттуда пошел такой, страшно. Зэ такой сжался, страшно. Змей Горыныч, что страшно? Первый раз такого страшного трахать буду. Зэ такой сидит возле окна, такой, ой, курит такой, на кухне такой, дверь открывается, мама заходит, он такой бычок в окно кидает, руками размахивает, чтоб дым быстро вышел такой, сидит застывший такой. Мама такая подходит к нему. Вова, ты уже можешь пить, курить. Тебе же уже 45 лет! Летел квартал 95-й на выступление. Раз самолет разбился, все погибли, кроме двоих. Зеленский такой, Зей и Ленка Кровец. Идут по пустыне, идут, никого нет, жарко. Идут, овочки писун стал такой. Хочет Леночку дербануть рачком такое. Говорит, Лена, тут есть такая в пустыне птичка называется, мозгоклюв-то. Ну и что? Сядет на голову и клюет, 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 пока до мозгов не достанет. То, а что ж надо делать, Вовочка?
Да вот понимаешь, голову надо в песок, как я скажу, мозгоклюв, и все. Будешь целая, понятно? Да, конечно, понятно. Раз идут. Бочка такой, сейчас еду, я ее приделаю, такой, да-да-да, такой. Мозгоклюв! Так голову, раз песок. Он такой подходит, такой, задирает платье с такой, и рачком мой. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ты такая, клю-клю, все равно до мозгов не достанешь. Зе такой приходит на съемки фильма. Ведутся съемки. Слуга народа 3. Раз. Павильон весь накуренный такой. Он такой начинает орать. Я же говорил, на работе не курить! Такой голос. А мы не работаем? Вечерний квартал такой. Сидят, обсуждают. Как-то надо нам пропиариться. Вот. Ленка Кровец. Я в прошлый раз уже пиарила нас. Теперь пусть Зе нас пиарит. Хорошо. Зе такой. Я поеду на соревнования, кто больше выпьет. Раз. Смотрите меня по телевизору. День соревнований. Такой все у экрана застыли. Комментатор такой. Сегодня у нас проходит соревнование, кто больше выпьет. Пили черпаком. Вот немец. Что он будет пить? Он будет пить шнапс. 1, 2, 3. Загнулся. Вот француз. Что он будет пить? Он будет пить коньяк. 1, 2, 3, 4, 5. Загнулся. Вот англичанин. Что он будет пить? Он будет пить виски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Загнулся. Вот появляется украинец Зе. Что он делает? Он разминается пивком. Что он будет пить? Он будет пить горилку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Загнулся черпак. Пока разгибает черпак, Зе что делает? Разминается пивком. Зе такой подходит к Ленке Кровец. Выпил такой. И такая тоже отвыпившая. Говорит, слышь, Ленка, ну ты уже чуть повзрослела там, такая уже не девочка. Вот скажи, ты на шпагат сядешь, такая, разматывай.